Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас такая особенная распаковочка. У нас сегодня MiPad 4. Распаковка была у нас такая вот автомобильная. Мы распаковывали еще до этого чехол. И я решил заново это все переснять, показать, потому что я сказал, что вставлю склейку. Как это все будет выглядеть с чехлом. Кому интересно, усаживайтесь поудобнее. Погнали. Так, сейчас мы его красивенько распакуем. Ну как красивенько? Он уже вскрыт. Это у нас глобалка. Кому интересно, заказывал в Германии. В принципе, можно и в Алиэкспрессе заказать. Так, что у нас тут? Где же сам планшет? Интересно. Тут у нас зарядка. Да, сам планшет у нас уже здесь. Вместе в чехле. Посмотрим комплектацию. В принципе, там ничего такого интересного нет. Это у нас макулатура. Откроем. Скрепка. В моем случае аппарат без LTE, потому что не видел смысла брать с LTE, поскольку я могу с телефона раздавать Wi-Fi. У меня, в принципе, в телефоне много, и поэтому мне не было необходимости переплачивать за LTE-версию. Я взял простую, как простую, просто Wi-Fi-версию на 64, да, на 64 и 4 гигабайта рама. Так, в комплекте у нас китайская зарядочка на 2 ампера. Продавец мне положил еще до этого переходник и еще одну зарядку, как оказалось, не пол ампера, как я раньше говорил, а она тоже 2 амперная, я по амперажу проверил. Так что все круто. Вот такая вот гармошка. Так, это нас не интересует, это мы убираем в сторонку. Посмотрим на сам планшет. В принципе, я его брал как для потребления контента, можно сказать, да. Поэтому у меня там всякие, я смотрю там видосики, могу также книги читать. Очень удобно, потому что это IPS-матрица, и как бы не сильно ест глаза, так как в AMOLED-ах, как у меня в телефоне, допустим, это не очень удобно делать. В темное время суток начинают как бы напрягаться глаза очень сильно. Поэтому... Это так. Ну, а для потребления контента это очень хороший Герет. Герет сказал. Аппарат. Герет это на немецком. Да. В особенности Инстаграм. Очень прикольно смотреть. Гигантские фоточки. И да, в принципе, для потребления контента могу посоветовать. Ну, да, что по чехлу. Да, он... как я говорил, с умным магнитом, что здесь стоит магнит и здесь стоит магнит, чтобы он не открывался. Да. Как бы все ему присуще, ничего особенного нет, так как и на iPad. Так красивенько можно все смотреть. Ну, а у нас на этом все. Желаю вам всего хорошего.